Всем привет, енота, и с вами Леон, и мы продолжаем играть в Мафию 2. Так, тут мы вообще должны взять телефон, а где он только находится? Подождите. Где-то ведь брянькает. Мы в нашей, ну, не нашей, конечно, квартире, а в квартире Марти, которую... Привет, Вита, это Генри. Эй, Джо хотел продать. Я тут занимаю кое-что по-крупному. Ты тоже мог бы поучаствовать. Если хочешь, подъезжай в Линкольн Парк, поболтаем. И ствол возьми. Ладно, ну до встречи. 12 глава называется «Дары моря», поэтому погнали. Очень прикольно. Вита играет. Или это Марти, да, судя по всему, играл. В кораблике. Ладно, погнали. У нас вообще ничего нет, поэтому мы снова бомжара. Несмотря на тот образ жизни, который мы вели, у нас денег, по-моему, и нету, да? Не знаю насчет гаража. Гаража у нас, судя по всему, тоже нету, да? Или вот наш гараж. Ну, скорее, может быть, вот, да? Возьмем вот эту машину, хоть она и покоцанная, но хотя бы она на ходу. Поэтому поехали. Дары моря, интересно, что за дары моря? Может, нам придется кому-то бетонировать ноги и впоследствии отпускать вниз. Ну как вниз? К морю. К дну. Ну вот. Сегодня, кстати, друзья, пятница. Записываю это видео утром. И, наверное, уже... Ну как... Серия закончится, я пойду на работу. Но все же пятница. Поэтому можно радоваться. Отчасти веселиться тому, что наконец-то рабочая неделя закончилась, и снова будут выходные. Не знаю, как я их пройду, наверное, надо чуточку закончить с ремонтом тут, потому что надо закончить, и чтобы пропало это эхо, как минимум повесить жалюзи. Я думаю, что они тоже будут способствовать тому, чтобы эхо не было. Либо, возможно, перед стеной, которая передо мной, я положу картон, потому что эхо есть эхо. А вот и он. Эй, как жизнь? Привет, Вита. Садись. Ладно, слушай, я тут немного покопался в делишках Карла. Ага. И единственная причина, почему он убил Клементе, конкуренция. Тот отбивал покупателей. Теперь ему нужно убрать последнее препятствие. Единственного, кто может помешать ему стать главным поставщиком в городе. Фрэнка Винчи. С чего ты взял? Поговорил с надежными людьми. Ладно, интересно, а мы при чем? Значит, мы можем заняться тем же. Кило героина во Франции стоит 2,5 штуки баксов. Еще 1000 за доставку сюда. И? И мы снимаем 11 кусков просто за развоз по дилерам. 7,5 тысяч прибыли за кило. Да, но как же Фальконе? Он не узнает, а если и узнает, то что? Пригрозит и потребует долю. Ага, но если Карло единственный в городе крупный поставщик, у кого брать товар? Об этом я уже подумал. Что вы знаете о тонгах? Китаёзы? Какая-то организация китайских иммигрантов, да? Я же говорю, китаёзы. Да, но это еще и прикрытие для других операций. Они заправляют китайским кварталом и больше никуда не лезут. Но кое-кто там не прочь вести дела с внешним миром, и тут им нужны посредники. Напрямую работать с китайцами люди боятся. И мы посредники? Да. Для начала нам дадут 10 кило. За сколько? 35 тысяч. А за сколько она уйдет? За 110. Класс! Так, ну и главное, откуда мы возьмем 35 штук? Есть один ростовщик, еврей из Палисада. Он даст нам 35, если вернем 45. Получим прибыль по 20 штук на нос. Неплохие бабки за перевалку с одного места на другое. Ты понимаешь, куда попадет вся эта дурь? А тебе что за дело? Главное, чтоб не в наш квартал. Потому что Винчи был прав. Наркотики — это плохо, они убивают. Слушай, ширяются только дураки и неудачники. Если им жить надоело, я только рад помочь. Особенно за 20 штук. Я нашел клиентов в гетто. Сбыт они берут на себя, об этом думать не надо. Вы в деле или нет? Я в деле. Вита, не будь дураком! 20 штук за один день!
Это ж наркотики, вы идиоты. Сейчас. Блин. Если мы не согласимся, тонги найдут кого-то еще. Давай, Вита, все будет в ажуре. Тогда поехали к Бруно. Вита, доставишь нас туда? Он на Палисад-стрит. Ладно, поехали. Ну, вот какого хрена? Нахрен вообще связываться с наркотикой и прочей подобной лабудой? Вот идиот. Вита идиот. Ладно, что ж. Кто Тонги. Этот тип, к которому мы идем, Генри? Его зовут Бруно. Он едва ли не один в городе, кто может одолжить столько. Если он нам не даст, тогда что? Тогда сделка отменяется. Но не бойся, я его знаю. Даст он. Больше таких бабок нам взять неоткуда. Есть еще трое. Но если ты готов просить 35 штук у Карла или Фрэнка Винчи, вперед из песни. Нет уж, спасибо. А кто третий? Он уже не при делах. Кто-то взорвал здание, где были все его парни. А потом расстрелял его в упор из... А, этот? Слушай, мы же договорились, не будем об этом. Так что, Генри, этот тип купается в деньгах? Я думаю, он получает бабло от боссов из других городов, что заседают в комиссии. Да? Нифига себе. Ну да, вот почему его не убрать. И, кстати, надо обставить все по-тихому. А ему можно доверять? Конечно, все серьезные люди постоянно у него занимают. Если мы расплатимся вовремя, проблем не будет. Ну, не знаю. Идея с кредитами мне вообще, знаете, с точки зрения бизнеса это прикольно. Так, вроде мы на месте. А с точки зрения заниматься этим это отстой. Ну, по крайней мере, брать кредиты, занимать это вообще отстой. Привет, парни. Мы к Бруно. Привет, Генри. Если вы с оружием, давайте его сюда. Я вас обыщу. Ну давай, обыщи нас, красавчик. Еврей. Привет, Бруно. Здравствуй, Генри. Чему обязан удовольствием видеть тебя сегодня? Мне нужно 35 тысяч двадцатками. А, это же столько денег, Генри, столько денег. Так и скажи, зачем мне давать столько денег такой мелкой сошке, как ты? Убеди меня. У меня верное дело. К концу недели верну 45 штук. Какое верное дело? Прости, Бруно, секрет фирмы. Тогда 45 мало. Меня больше устроит... 65. Вот это круто даже для тебя. 50 и не больше. Генри, у меня нет гарантии, что ты вернешь деньги, а тебе больше не к кому пойти. Так что, скажем, 60. Считай, что это не процент, а скорее моя доля прибыли. 55, точка. Иначе и браться за дело не стоит. Идет. Я дам тебе 35 тысяч долларов сегодня, а ты вернешь мне 55 к пятнице. Если не отдашь, долг будет расти на 10 тысяч каждую неделю. Все будет в пятницу. Ладно. Ну, две почки у нас есть. Подготовь 35 тысяч двадцатками. Видишь, я тебе доверяю, Генри, но если надуешь, вспомни мудрые слова из Библии. «И возгорится гнев мой, и убью вас мечом». И будут жены ваши вдовами, а дети ваши сиротами. Исход. Глава 22, стих 24. Потрясающе. Вид у тебя совсем не богомольный. Но на всякий случай учтите, деньги не мои. Так что даже если вы от меня избавитесь, долг никуда не денется. Так что без глупостей, мальчик. Конечно, Бруно. Спасибо, Айзек. Пересчитаешь, Генри? Поверю тебе на слово и верну все в пятницу вместе с твоей долей. Очень надеюсь. Удачи, мальчики. Вот и еврюка. Так, деньги у нас есть. Пойдемте по кабакам.
Вообще, на самом деле, не надо связываться с китайцами. Ух ты, смотрите, как удобно, да? Залезать-то без двери. Вот там сел и поехал. Вон, кстати, наша дверь. Охренеть, она... Ну, как вам сказать? Молодец. Физическая. Я же говорил, он даст нам бабки, так? Откуда ты так хорошо знаешь Библию, Генри? Ты что, читал? Я по воскресеньям хожу в церковь. Вот и спросил у священника. Ты ходишь в церковь? Я отлично понимаю, почему ты не ходишь. Много слов, нет шлюх и плохо кормят. Да уж, точно подмечено. Оу, я там 45-го не был. Что? Тебя матушка исповедоваться погнала? Ага, когда застала меня за тем, как я на девку засмотрелся. Упокой, Господи, ее душу. А ты, Джо, когда был в церкви? На Пасху. Ну, неплохо так. В 41-м. Беру свои слова обратно. 41-м. А тебе плачут. Ты что, только сейчас это понял? Не бойтесь, я вам обоим местечко займу. Знаете, я как-то слышал про ростовщика по имени Бруно. Небось, тот же тип. Да? И что слышал? Ну, знаешь ведь Микки Краба, так? Который сортир чистит у Карла в заведении. У которого всего два пальца на обе руки. Знаешь, почему он такой? Говорят, он задолжал крупную сумму одному жиду из Саусборта. Пошло? О, да, понимаю. Ха-ха, да ты не волнуйся, краб дебил. Краб. Такого не случится. Всего у него получается два пальца. Краб, краб. Прикольная кличка. Да, конечно, грабительские проценты. Берем 35, возвращаем под 55. Это, знаете, как быстро деньги, микроплатежи. У них там есть в договорах такие пункты, что чуть ли заезжай во двор за каждый день по срочке не по 100% набегает. Не по 100%, а может быть 50% набегает долго. То есть очень дохера. Взяв 5000, люди возвращают 10, 20, 10, много возвращает. Че машина? А, это он так припарковался. А теперь за мной. Хай, у нас дело к твоему боссу. Приветствую, мистер Томасино. Это ее за... Мне кажется, с китайцами лучше было не связываться. Они явно какие-то. Вот ты. Что-то на работе включат, как эти кондиционеры. Я потом болею с них нахер. Ненавижу. Так, что тут? Какие-то йозы. Джо. Он вообще, смотрите, судя по его разрезу глаз, он очень хитрый. Это главный китаец, что это получается? Добрый день, Генри. Черный мистер трактор. Вон. Мистер Вон. Перейдем прямо к делу. У вас чемодан достаточно набит? Посмотри сам. 11 фунтов 20, сэр. 35 тысяч долларов. Отлично. 35 тысяч долларов. И давайте сюда товар. Ты хороший человек, Генри. Вот вас товар. В каждом пакете килограмм. Килограмм — это чуть больше 2 фунтов. Какой будешь проверять? Проверить-то надо. А вдруг там мука? Чё, всё правильно? Чё стоим? Чё ждём? Эй, что происходит? Окей, порядок. Ну. Я рад. В следующий раз объем можно удвоить. С вами приятно иметь дело, мистер Вон. Это взаимно. Ну все. Видишь, все, как просто. Валим и уходим отсюда. Самое сложное позади. Осталось совершить обмен, и мы в дамках. Меня устраивает. Куда направляемся? В Хантерс. У меня все на мази.
Что-то не понравились мне эти китайцы. И судя по вот этому, который валяется... Добрый день, господа. Черт, подставился мне, у вас кое-что есть для нас. Бросьте сумки. Китайцы подставили. Хм, какие туфли. Стойте, эти ребята не копы. Убей, урода! Стреляй, Вита! Прикрой нас! Прикрой меня, Вита! Да меня кто прикроет? Ну вот, еще лет! Держись! Охренеть! Быстрее! Какую дверь-то вынести? Вот эту, что ли? Да запросто. Вот. Она просто так открывалась. Без проблем при этом. Сраные китайцы, а? Подставить нас решили, собаки. Ой. О, я вижу. Он еще что ли один? Сразу расхотелось с тобой ссориться. Он мой. Да. Сдохни, собака. Я захожу. Да, сдохнешь ты или нет? Есть. Ой, иди. Ты в порядке? Держись. Меня так просто не догонишь. Так, где? Где он? Где кто? Где спрятался собака? Собака. Ладно, Вита, поплыли. Плывем. Ну, мне вообще не нравится то, что нас китаёзы прокидали. И это все, чем меня порадует? Кто-то попал. Неплохо, а? Давай, быстро, пошли! Эй, у меня для тебя кое-что есть! Сразу расхотелось с тобой ссориться. Где-то еще один, что ли, спрятался там? Дары моря. Убей его! Ну где он? Я его не вижу. Прикрой меня, Вита! О, блин, у нас был автомат. Вот, автомат Томпсона, это в разы лучше. О. Ну все, пошлите, че? Куда нам? На выход, что ли, че? Ладно, Вита, поплыли. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Пошел! Блин, я думал больше патронов было. Давай, быстро, пошли! Да пошел. Пошли! Ну давай, покажи! Есть! Сразу расхотелось с тобой стоять. Так, давайте другой автомат поставим. О, вот он, наш автомат. Я лучше всех. Вот это плохо. Это очень плохо, патрон упало. И где собака-то спряталась еще одна? Не вижу.
Вот уж что я его застрелил. Стреляй! Пошлите. Так-то неплохо. Твои дружки тебе не помогут. С тем китайцем разобраться. Я захожу. Но я думаю, надо валить. Куда карта показывает? Уберитесь отсюда. Машин, в эту машину все не влезут. Значит, надо машину, в которую все влезут. О! Парни, садитесь. Бип-бип. Да, прикольно, что они узнали, что это не меты по туфлям. Ты нас всех решил угробить? Господи, да расслабься. Ах ты, чуть не вляпались. Ну вот жесть-то произошла. Это еще не конец. Они гонятся за нами. Да, мы... Черт, оторвись. Так-то нифига себе, меня сейчас убьют, наверное. В порядке? Крови ради! Вы что делаете, идиоты? Лопов еще привели сюда. Меня тупо убили. Это еще не конец. Они гонятся за нами. Черт, оторвись. Почему меня так быстро вообще убивает хера? Вот смотрите, вообще даже... Это еще не конец. Они гонятся за нами. Черт, оторвись. Вообще, я даже нахер не успеваю ехать на этой катафалке. Это еще не конец. Они гонятся за нами. Черт, оторвись. Черт. Ну, так-то лучше. Все, парни, вроде нормально, да? Это что такое было, Генри? Без понятия. Наверное, кто-то узнал о сделке. Копы точно были ряжены. Может, китаёзы решили нас надуть? Сомневаюсь. Слушай, я разберусь, но сперва надо сбить. Вито, гони к старому складу на Хантерс. Надеюсь, в этот раз все пройдет лучше. Не сомневайся, хуже уже некуда, правда? Кому мы толкаем товар? Разным ребятам. Эй, в каком это смысле разным ребятам? Черным, что ли? Ребятам. Ты что, оглох, что ли, от всей этой борьбы? Я что-то слышал про просто перевалим товар с места на место. Но если продавать по чуть-чуть, то бабла-то больше. Я бы предпочел это знать до того, как подписался на дело. Судя по тому, как ты в парке трясся, ты вообще не пошел. Да, именно. Слушай так, как есть. Максимум, на что ты можешь рассчитывать, пахать 30 лет жизни на Эдди Скарла, пока тебя не уберут или за решетку не загремишь. Ты в жизни такого бабла не увидишь, если будешь сидеть на заднице. Когда я плохое советовал? Ну, с талончиками, и когда нас чуть не урокали, пока мы мочили того жердяя на Сент-Айленде. Ладно, ладно, хватит. Завтра это уже будет фигня. Поехали в Хантерс. И не волнуйся, сегодня мы видим эту шваль первый и последний раз в жизни. Разве что плотно этим займемся. О, слушай, давай разберемся с первой партией, а потом будем планы строить, ладно? Ну да я просто сказал. Вито прав. Давайте просто доживем до вечера. Да, а давайте доживем до вечера. Окей, выдумщики.
Ну, кстати, очень хорошо озвучили еврея, просто идеально. Но зря я чувствую, там еще ведь ему деньги отдавать. Еще товары продавать. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то сейчас разогнались. Сыкотно. Давай аккуратней. ДТП, водитель хочет скрыться. Ёб вашу мать. Понял. Ясно. Да ты достал, мент. Отстань от меня. Ну? До свидания. Мы на месте. Говорить будем. Это крутые парни, так что без этих ваших шуточек. А что? Все отлично. Другие ребята. С Нигером вообще. Привет, парни, как дела? Заходи. Не надо было вести дела. Дурище, охренеть. Косяк такой. Черт. Хорошая дурь. Гонка за драконом называется достижение. Мы это сделали! Мы сорвали банк! Эй, не гони волну, еще не все. Что такое мрачный, Генри? С каких пор деньги тебя не радуют? Вот расплатимся с Бруно и поделим остатки. Тогда и будем веселиться. Ладно, ладно. Ну что, мы по... мы, получается, продаем, да? Ух ты, сколько бабла-то бабинского. Ну, это понятно. Давайте, погнали. Там надо поделить с Бруно, пропустим это все к херам. Глава 13. Явление дракона. Квартира Джо, 24 сентября 1951 год. Ох ты, боже, что, даже не отвлекайся. На чай? На чай не дам. Только на водку. Закрой дверь с той стороны. Вежлив, как всегда, Джоэли. Просто вали уже нафиг отсюда. Джина, хочешь ко мне? Эй, тут и втроем можно. Оп. Ну, ни хрена себе. Красивая жизнь.